Помогите найти сына. Не выходит на связь с 8 ноября. В 6 утра позвонил и сказал: «Мам, мы на боевое задание». Но это боевое задание было последним. С ноября по февраль он был жив. Был на заводе сослуживцем. Сослуживец нам сообщил в марте о том, что Иван погибший. И он сказал, что это 100% Иван погибший. Помогите, пожалуйста. Где искать нам, мы не знаем больше. Все двери обстучали, все. В Минобороны позвонили, там нет в плохих списках его. Куда еще обращаться? Помогите вы нам, если можно. Не может же ведь человек пропасть, как в воду канул. Если погибший, знается, мне надо тело ребенка. Тело. Если живой, знается, живым. Но война есть война. Результат меня любой устроит. Прошу вас, пожалуйста, помогите. У меня ребенок инвалид. Вот сидим, ждем Ваню. Домой. Спасибо еще раз, если поможете. И берегите себя.